Друзья, то, что видите вы, это не то, что видит Наталья Квик, скрывающаяся за этим... Там что, мобильный девайс встроен? Да. Вот. Значит, это что, это в Фейсбуке такое? Ага. Так если встать, то просто упадешь. Это... Боже мой. Наташа, ты видишь такое? Я только что тоже пробовал. Это она там видит виртуальную реальность. Там водопад, вертолет. Видишь вертолет? Вертолет, это такой огромный вертолет, это вообще можно. Может показать, что Наташа немножко уже поплыла. Но это не так, друзья, это не так. Вот Артур. Я, показывая Артура, я не могу не показать, ну пусть даже в бэкграунде Настеньку нашу. Вот, такая ласточка. Артур, приятно же приходить? А я приятно. Вот, значит, ну... Так вы что, это вы в Фейсбуке что тестируете? Да, это проект Oculus, департамент Фейсбука. Так. Его купили за 2 миллиарда, по-моему. Вот, то есть Facebook сделает на этом большую ставку. Ага. Такой взгляд в будущее. Подождите, а где лошади увидели? Лошади бежали внизу. Без вертолета. Бежали лошади. Когда ты с вертолета смотришь, там внизу справа они бежали. Как с вертолета? Подожди, так это вертолет наверху. Это тоже наверху. Ну, вертолет наверху, а лошади внизу. Ты же летишь. А я вертолет разве? Да. Да. Значит, так что хотел сказать. Вы приехали из какого-то штата к нам? С Техаса. С Техаса. Может быть, это я додумал, но такая вроде была версия, что вот вы такой геймер там международный, а вас там отчим не ценил или там говорил, что добром не кончится это увлечение играми, там что-то такое. Ну, не знаю, отчим, по-моему, все равно был, чем я занимался. Так, а мамка что говорила? Мамка? Да. Ну, мамка хотела, чтобы я, знаете, куда-то двигался дальше. Так. То есть не то, что они вас осуждали за игры? Не, ни в коем случае меня никто не осуждал. Так. Вот. Просто нужно ставить приоритеты. Вот. Чем хочешь заниматься, и чтобы тебе это приносило какую-то пользу. Но они не чувствовали, что это, за этим есть какое-то профессиональное будущее? Ну, честно говоря, я тоже не чувствовал, если там будущее или нет, это было больше увлечение. Вот. Но, знаете, с профессиональным уклоном. Мне это нравилось, я этим занимался. Подождите, а вот что за такое платят, вот если так уже в Фейсбуке, например, чтобы такое тестировать? А пока что $22 в час. Скромненько. Ну, скромненько, не скромненько. У меня контракт был на 3 года. Вот. То есть на три месяца. Да. Вот, на эти деньги. Вот. Уже недавно его продлили, я месяц работаю, продлили на год. Вот, ага. И по течению 3 месяца будем говорить о других условиях. Хорошо. То есть вы через рекрутеров каких-то, вы не напрямую? А через рекрутерскую компанию, которая работает прямо в Фейсбуке. Ну да, я понял. Вот. Понял. Они на меня вышли, говорят, вот такой-то человек. Вот. То есть им нужен был геймер именно? Не обязательно геймер. Просто нужен был человек, у которого подходящий бэкграунд, который может выполнять эту работу. Ну, то есть, вот то, что вы, например, там международный геймер такой, international помогло. Level, помогло? Действительно. Ну, это, знаете, это редкость. Здесь тяжело найти такого человека. Но вам нужно это в работе? А на самом деле нет. Оно мне не надо, мне это помогло, это меня выделило среди конкурентов. Вот. Ну, хорошо, вам годиков-то сколько? 21. Уже? Ну да. Мне казалось, что вам лет 18. А быстро растем, знаете. Ну хорошо, уже давайте, чтобы в 22 уже наконец свои 100 тысяч-то получать. Обязательно. Ладно. Как включить другую игру? Тут 4 экрана. Смотрите, мы на Наташу посмотрим. Наташенька, ты голос мой слышишь? Как включить? Вот включить. У вас тач-панель справа. Где? Ребята. Справа уже. Смотрите, что за что деньги платят. Сейчас я держу. За что людям деньги платят? Вы посмотрите. Нажмите. Другие люди деньги тратят, чтобы такое играть, а ему за это платят деньги. Так оно началось уже или что? А вот этот гир, вот это вот устройство, куда вставился этот агрегат, оно чье? Оно принадлежит Samsung. Ага. Мы сотрудничаем с компанией Samsung. Наташа, ну ты скажи, как вообще? Я ничего говорить не могу, я где-то плыву. Подожди, в воде, что ли? Нет, я имею в виду Space какой-то. Вообще я на корабле, на космическом, по-моему. В общем, друзья, у наших блогеров начинаются глюки, вот, а меня ждет девушка из братской Бангалории. Я пойду делать ей резюме. Счастливо.